Команда Imagine. Сегодня мы выступаем с совершенно новым составом. Как вы уже заметили, мы потеряли одного из наших игроков, Рамазана. Но ничего, не расходимся, все нормально. Рамазан, как вы видели, уже выступал на этой сцене. И я думаю, еще не раз здесь появится. А вот Итита уже не будет. Ну что ж, перейдем к знакомству. Да что так расстроился? Да жалко, хорошие ребята были. Да ладно, их всего лишь осформировываю. Да при чем здесь идти? Чего их жалеть? А вот почки Рамазана, да... Это Данияр. Он самый сентиментальный в нашей команде. А это Настя. Как вы заметили, она находится в отличной форме. Настя, поделись своим секретом. Просто я поклонница здорового питания. Стой, подожди, так ты же жрешь все подряд. Здорово, не правда ли? Ну да. Смотря на мир с любовью, становись, и без конец морковью. Вау, где ты так научился танцевать чечетку? Я же в общаге живу. Одни удобства на шестерых, а, как говорится, в большой семье, каблуком не щелкают. А это Закир. Он лучший танцор нашего института. Недавно он ездил на кастинг-шоу «Танцы». Но Мигеля не... А это Нурсултан. Он самый завидный жених нашего общежития. Он даже разработал свою схему по пикапу. Записывайтесь. Девушка, познакомимся? Слышь, это моя женщина, я ее пою, я ее кормлю, я ее танцую. Вызывай тебя на батл. Сало много не бывает, це на чорний день. Степа, хватит называть ночь чёрным днём. О, сало! Почему так скользко? Ты что, не только ешь, но и втираешь его? Ну да. Зачем? Ну, чтобы скорость была больше, я... Как оно? Облигация лучше. Ну-ка, продемонстрируй-ка. Мой вертолет. А сейчас вы также будете падать от наших шуток. Внимание, романтичные гопники. Слушай, да ты достал уже мне кожурки от семечек в рот ложи. Мой батя делает вообще адовые блюда. Вот пример, так как вариаций может быть масса. Берется суп, он не греется. Греть — это не про моего батю. Он вываливает его на сковородку и начинает жарить до дыма, попутно добавляя специи, лук, чеснок. А потом остужает все на холодильнике. Поэтому садится есть, щедро полив майонезом, начинает шкрябать ложкой. Начинает есть и приговаривать.
аж так, что пост лица идет. Иногда и мне предлагают. Сынок, будешь? Ну я любезно отказываюсь. Не, бать, спасибо. Вот такой у меня батя. Хоть в КВН показывай. В наше время кальянные стали настолько популярны, что в них ходят даже комары. Представьте ситуацию. Инкассаторы на подработке. Маленький казар, все чисто. Бродовый пони, принято. Начинаем работу. Опять свои бумажки раскладываете. Наркоманы проклятые. О! А теперь случай на Титанике. Внимание! Корабль держит крушение. Мы тонем. Дружище, это наши последние минуты. Надо запомнить их навсегда. А теперь охота на бабочек в одном из дворов Ханты-Мансийска. Сейчас поймаю. Сейчас поймаю. Младший лейтенант Ахметов, хватит резвиться. Отведите заключенную. Она не смотрит на меня. Алёша, какая же ты падла. Моя душевная боль настолько глубока, что даже сравнение с Марианской впадиной было бы глупым. Я вспоминаю эти моменты, когда мы были втроём. И я, и твой плюшевый животик. Наверное, по нему я скучаю больше всего на свете. Волны, которые образовывались, когда я его тряс, напоминали мне сердцебиение нашей планеты. Я смотрю на твой любимый торт и не могу понять, насколько сильно я хочу тебя. Любишь ты Олежку больше, чем меня, Олежка, ты вздыхаешь, да? Олежка, все твои мечты, только о Сереге позабыл. Совсем еще наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ним издалека, только между вами слез река.